Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилла, вы на канале Кирилл Кия. Мы сегодня снова сели на проекте Amazing Hulu Play. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео. Заходите играть вместе со мной на первый сервачок. А для того, чтобы вам хорошо стартануть и с кайфом начать играть, конечно же, вводите мой промокод, пишите MM, 7-й пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Кирилл Гейм Капсом. За этот промокод вы получите 450 тысяч. Вам просто нужно реально вкачать уровень и все, и вы получите свои бабки. За эти деньги вы сможете купить себе квартиру, машину, одежду и просто с кайфом начать играть на данном проекте. Поэтому не тупите, вводите мой промокод и реально начинайте играть на данном проекте. Ну а в этом ролике, пацанчики, я вам покажу, какой я себе приобрел бизнес. И также я вам покажу финку. Честно, я держу этот бизак уже 2 дня. И от данной финочки я немножко охренел. Реально, типа, ну я знал, что там хорошая финка. Но что настолько, типа, ну я реально охренел. Без какой-то либо рекламы, без накрутки. Там реально очень четенькая финочка, которую я вам покажу в этом ролике. Этот бизнес мне обошелся в 400 миллионов рублей. Я еще за этот бизнес должен побольше. Поэтому видос, пацаны, обещает быть очень даже интересным, поэтому поставьте лайк, просто подпишитесь на канал, я вам буду очень сильно благодарен. Я хочу, пацаны, сделать 22 тысячи, поэтому кто реально смотрит меня без подписочки, то подпишитесь на канал и давайте постараемся на этом ролике набрать 200 лайков. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, как вы уже, наверное, поняли, то, что я купил себе 24/7, который находится возле автосалона Лада. То есть, я считаю, это охуенный бизнес. Чтобы понимали, этот бизнес у меня был еще в 2017 году. Это был мой второй бизнес на данном проекте, понимаете? То есть, я очень доволен данной покупкой. То есть, этот у меня бизнес был, получается, несколько раз, и каждый раз здесь меняется финка. Если найду как бы старый видос, я вам покажу то, что действительно у меня этот бизнес был в 2017 году, по-моему, в 2020 году или в 2019 у меня тоже был. Бусинес. Говорил, что это хорошая финка. Стоимость 1,5 ляма. Да, в принципе, нормальный баланс. 33 тысячи. Еще прибыль за день 51 тысяча. Давайте посмотрим стоимость одного товара. Финансовая статистика. Блин, ну конечно не жирно. Но лучше, чем там было. Короче, чуваки, вот мой бизнес новый. Я не знаю, где он находится, кстати. Надо сейчас посмотреть. GPS. GPS. Короче, вот здесь он находится, в Батырево. Возле шахты, вот, вот бизнес. Свежий хлеб, вот это оно. Так, все, согласиться, слэш тайм делаем. Все, бизнес я купил. Так, теперь я ему передаю машину. Так, у него ID 371. Так, продажа транспорта. Я, кстати, немножко на магнуме покатал, заработал там немножко денег. 371.0. Так, Берни, все. Прибыль за день 188 тысяч. Как бы, давайте я вам покажу теперь финансовый отдел. Как бы на это не обращаем внимания, типа, тут продуктов просто не было. Ну а так, финка 600 тысяч, 400, почти 600, 700, 500, 300, 500, 400, 600, 400. То есть за те деньги, что я его купил, я считаю, это хороший бизнес.
То есть этот бизнес реально был у меня несколько раз, пацаны. То есть это реально очень круто, и каждый раз у него меняется финка и меняется цена, что самое главное. И как бы в этом ролике я вам покажу также финку. Я как бы решил не сразу записывать ролик, а именно подождать несколько дней, показать вам то, что здесь реально есть финка, то, что она не накручена, она без рекламы, и чтобы вы потом не писали то, что вот ты ютубер, ты снял ролик там и пропиарил свой бизнес, поэтому у тебя там такая финка. Нет, пацаны, то есть этот бизнес держали мои знакомые, держал Глеб, получается, Кристаллов, потом Ваня Кристаллов, то есть здесь финка реально настоящая, никто ее никогда не крутил. Давайте для начала вам покажу вообще цены данного бизнеса. Я не стал делать ремки по 3000, потому что, пацаны, это максимально невыгодно. То есть раньше, да, это было нормально, но сейчас, пацаны, это не максимально невыгодно, потому что если я поставлю ремки по 3000, у меня просто продукты будут уходить очень быстро, и реально мне их будет хватать буквально там на 2 дня, может быть даже меньше. Поэтому, пацаны, цены я менять не буду, но я ремки не буду там по 5500 делать, вот 4499, я считаю, пацаны, более-менее адекватная цена. То есть в основном цены у всех по 5500 ремки, у меня на 1000 дешевле, то есть я считаю, это более-менее в принципе нормально. У меня стоит автозакупка и цена за один товар 80 рублей, поэтому кто желает заработать деньги, можете как бы возить мне продукты. Название, пацаны, бизнеса интересно, да, вообще, почему не там Кирилл Гейм, почему там не Family Кирилл Гейм, а почему Motherfucker Market? Не знаю, мне почему-то это слово понравилось, как бы, я в Дискорде, в принципе, так подписан, Motherfucker, поэтому я решил так же само назвать бизнес, то есть я решил немножко, знаете, скреативить и не называть бизнес там с Фомой или как-то связывать с собой. Получается, Ваня Кристаллов продал мне этот бизнес, получается, мне 24/7 обошелся в 400 миллионов рублей. Я считаю, цена очень даже хорошая, но я еще должен, получается, 100 лямов отдать за месяц, потому что я 100 лямов позычал у Дениса Дэвиса, и я ему в залог отдал гелик, и я ему должен отдать за месяц 118 миллионов. Поэтому, пацаны, просто следите за мной, как бы, получится у меня или нет. Я думаю, то, что получится, но это будет, пацаны, жестко. Так, короче, пацаны, что вам хотел еще рассказать, то, что мой товарищ, мой знакомый купил, получается, оружейку, Ваня Кристаллов. Он, получается, продал мне свой бизнес, который сейчас у меня 24/7, и купил себе оружейку. Оружейка, пацаны, прикольненькая, потому что мы будем залетать на ВЧ, как бы. Цены более-менее адекватные, потому что прошлый владелец здесь ставил цены вообще ебанутые, и броники были по 27 тысяч. Здесь еще цены более-менее адекватные, поэтому можете приходить сюда закупаться. Понимаете, у нас два бизнеса рядом просто. У нас 24/7 и оружейка. Вон там вот, вон в той стороночке, находится мой особняк семьи. И то есть, ну, реально по кайфу то, что у меня бизнес находится недалеко от семьи. То есть это реально пиздато. Ладно, пацаны, давайте я вас не буду томить, я вам покажу просто финку данного бизнеса, пишем Бусинес. Вы на вот это не обращайте внимания, пацаны, просто Глебчик Кристаллов, когда держал этот бизнес, он был в бане. И то есть у него забился, получается, склад, то есть у него было 15 миллионов, и финка у него больше не прибавлялась. Именно поэтому вот такая вот финка была последние дни. Вот, получается, я 16 числа купил себе этот бизнес, и финка была в первый день 1.8, а вчера была финка 2.1, пацаны. Это я реально охуел, честно. Я охуел, типа, ну, я знал то, что здесь хорошая финка, но, блядь, не настолько. Вот, давайте вам покажу финку за все время, в принципе. То есть бизнес реально своих бабок стоит, я считаю. То есть, да, бывает там 1.2, бывает лям, типа, лям 300, лям 700. То есть лям здесь стабильная финка. 2 ляма, как бы, да, это редкость, но, как бы, да, пацаны. На выходных бывает по 2 ляма. Теперь, так сказать, дело осталось за малым, осталось просто накопить 118 миллионов. Ее накопить будет сложно, но реально, пацаны. Но реально, как бы, я буду рейсы катать, то есть в этом, как бы, ничего такого, в принципе, сложного нету, поэтому я буду просто катать рейсы, снимать деньги с промокода, там, ваучеры менять на деньги, то есть у меня будет несколько способов заработка, так сказать, но надеюсь, то, что у меня все получится, как бы, будем на стримах там бабки копить и так далее, может, будем искать какие-то новые способы заработка, поэтому всем просто советую приходить ко мне на стримы, я постараюсь почаще стримить, реально, постараюсь почаще стримить и почаще выпускать ролики, потому что, ну, я сейчас ролики выпускаю через день, я постараюсь сейчас ролики выпускать, ну, хотя бы, не знаю, там, каждый день выпускать, я думаю, тоже будет прикольно. Я не знаю, каким еще можно заняться заработком. Я еще думал над рыбалочкой, потому что у меня, как бы, возле особняка семьи находится вот рыбалка. И я реально думал над тем, чтобы зафулить магнум и вообще посмотреть, сколько я смогу заработать и сколько я смогу потратить времени. Если вам такая темка интересна, то можно будет реально записать видос.
Ну, не знаю, пацаны, что вам еще рассказать. То есть, ну, я максимально доволен. Типа, ну, блядь, я прям очень доволен, потому что я очень себе хотел бизнес. Прям очень сильно. То есть, реально большое спасибо, получается, Ваня, то есть ему реально большое спасибо, то, что он согласился просто мне продать бизнес. Я ему за бизнес, как видели, отдал DeLorean. DeLorean мне обошлась, пацаны, в 208 миллионов. Я за него немножко, конечно же, переплатил, потому что она стоит там примерно 180 миллионов. То есть, ну, тачка реально интересная, но я хотел бизнес, пацаны. То есть, ну, реально Ваня просто красавчик, ему большое спасибо, то, что он согласился мне продать бизнес, и он выкупил себе другой бизнес, пацаны. Я себе тоже когда-то хотел эту ружейку выкупить, то есть там финка тоже очень даже неплохая. То есть там финка от миллиона до 2 миллионов. Я считаю, это тоже очень даже неплохой бизнес, поэтому можете также там закупаться. Ну что ж, дамы и господа, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все ссылочки есть в описании под видео. Всех буду ждать на проекте, как бы можете приходить, вводить мой промокод, я вас буду принимать в семью и просто вместе будем играть, развиваться и кайфовать. Всем пока-пока.